Всем привет! Сегодня мы в гостях у такой классной компании, как PanInvest. Она является нашим поставщиком таких брендов, как Hetich, Kösi Boehmer, Gamit и многие другие. Вот. Эта компания уже давно на рынке мебельной фурнитуры и материалов и фасадов. Находится она на внешней стороне МКАДа, напротив, получается, рынка Жданович. То есть рынок Ждановича на внутренней стороне МКАДа, а здесь, получается, выставочный центр на внешней стороне МКАДа. Вот как бы вход. Пошли с нами. Здесь большой выставочный центр, большой выставочный зал. Можно посмотреть фурнитуру, как она смотрится, какова она в действии, какие есть варианты расцветок и так далее. Вот пример кухни без верхних шкафов навесных. Здесь представлены новые решения компании Hetich. Вот такие вот шуфляды интересные. Также вот мы тут видим медную ручку Gola. Это новинка у компании, у такого бренда, как Opus. Такая вот ручечка, вот она идет, видите, через всю кухню. Шикарно смотрится. У нас тоже шуфляды. Это Hetich Arctic, сферические направляющие, мягкий плавный доводчик, разного цвета вставки, в том числе и стекло есть, очень мягкое скольжение. Вот видите, какие цвета интересные, на заметку дизайнера. Так, здесь тоже вот черненький тоже ящичек, очень классно смотрится. Также есть здесь навесы под разный вес тумбы, под разный размер консоли. Навесы компании Komar выдерживают очень большие веса, то есть много очень информации в интернете, там буквально вот. Потом, значит, хочу вам показать подстолье, то есть ножки для стола. Это для бара, это полубарные, это для обеденных столов. Все разные расцветки есть, вот разные формы, квадратные, круглые, перфорированные, типа как под треугольник сделаны. Это варианты, так сказать, ножек для столов. Вот еще можно показать различные механизмы. Вот, например, типон. Фишка такая у Hetich. Типон на батарейке. То есть можно поставить петли с доводчиком. То есть вы нажали, он вытолкнул фасад, туда заехал, и при закрывании уже используется закрывание с помощью доводчика. Вот, видите, все, назад поехал. Также здесь петли с нулевого выхода, что позволяет установить внутренние шуфляды без каких-либо вставок. Очень удобная вещь. Витринные фасады, складные. Складная система, опять же, компании Hetich. Шикарный вариант. Можно в кухнях применять. Оно получается и недорого, и оригинально, и очень практично. Это разные шуфляды. Квадро. Системы квадро. Полного, частичного выдвижения с доводчиком. Неудачно закрыл, извините. Ой. Это я сильно отпускаю.
Ну, так они, кстати, неплохо работают. Это системы push to open, то есть открытие от нажатия. Вот так вот. Нажал, открылось, потом даем, вот так закрыл и все. Такие системы push to open особенно хорошо работают на небольших шуфлядах, когда шуфляда не очень широкая и при этом не очень большая по высоте, то есть не очень высокая. Ну, это вот опять наши типоны на батарейках. То есть он уезжает и все, и можно теперь спокойно закрывать двери с доводчиком. А потом ее опять раз открыл. То есть это условно система получается и доводчик, и типон. То есть два в одном. Вот тут такие шуфляды с прикольными ручками. То есть вот так нажимаешь, открываешь. Но здесь, конечно, уже вставочка, потому что петли обычные. 110 градусов обычная петля с доводчиком. Всего доброго, подписывайтесь на канал. Всем добра, пока.